Прокуратура Ленинского района вынесла протест в адрес сити-менеджера, найдя в постановлении городской администрации нарушение федерального законодательства. Согласно части 4 статьи 156 Жилищного кодекса России, плата за жилье социального найма должна устанавливаться, исходя из качества и благоустройства данного жилья и места расположения дома. Сотрудники Ивановской мэрии установили единую плату для нанимателей муниципального жилого фонда. И за старые дома, и за маленькие квартиры, и за комнаты в отдаленных районах 5 рублей с квадратного метра. Работники надзорного органа требуют нарушения устранить и ввести разную плату за разное жилье. В течение 10 дней данный протест подлежит рассмотрению, и данное постановление будет администрацией отменено и будет издана новая устанавливающая размер платы за соцнайм в соответствии с требованиями федерального законодательства.